Общественность долго обсуждала громкий развод футболиста Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой. Спортсмен обвинил супругу в наркотической зависимости и не хотел отдавать ей общего сына Артемия. Милана Тюльпанова же утверждала, что тот не дает ей видеться с наследником и изменяет. В итоге суд призвал Александра Кержакова отдать сына матери. В недавнем интервью футболист рассказал, что у его жены действительно были проблемы с запрещенными веществами, и он не смог ее вылечить. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и не забудьте подписаться на наш канал.